Дорогие участники последнего тура фестиваля Golden Time, меня зовут Эвелина Дилейн, и я обращаюсь к вам из Лондона, из своего салона, в этот непростой период нашей жизни. Весь мир, к сожалению, идет через очень серьезную встряску, и я думаю, что искусство, музыка и наши навыки все равно помогут нам реализоваться даже в этих непростых условиях и помогут сделать нам счастливее как себя, так и окружающих. Поэтому не сдавайтесь, занимайтесь, работайте, учитесь. Я понимаю, что это сейчас будет дистанционно, но я вас подбадриваю не прекращать занятия и больше работать над своим мастерством. Так, расскажу вам, что я думаю про выступление. Мне очень понравилась Ольга Танска. Великолепная техника, артистизм, работа с оркестром. У девочки большое будущее. Надо работать над динамикой. Ну, еще маленькая девочка, а так абсолютно потрясающе, молодчина. Браво педагогу, восхищение. Родина Анжелина. Очень неплохая полифония, серьезная машина музыки, понимание формы. Грозинская Виктория, прекрасная техника, понимание джаза, очень старательное отношение к музыке, вижу хорошее будущее. Типсева Марина, мне очень понравилось, особенно динамика и проведение мелодии, отличная девочка. Ярослав Аднарал, очень хороший мальчик, постановка рук прекрасная. Понимание формы. Старательный очень мальчик. Браво педагогу. Большое будущее вижу у мальчика. Так, кто у нас дальше? Наташа Соколенко, да? Я этот этюд играла сама на первом курсе консерватории имени Глинки. Мне очень понравилось. Есть настоящая революционность. Вижу хорошее будущее. Есть артистизм и техника, и революция. Есть. Андрюшка Елена. Очень хорошее понимание пьесы. Великолепный артистизм. Мне очень понравилось. Так, ансамбль. Вильям Хайло. Савелий. Инструментальный ансамбль. Прекрасный ансамбль. Артистизм, экспрессия, чистота. Я просто влюбилась. Ансамбль «Вышиванка». А, да, все, вспомнила, это дуэт. Прекрасный дуэт. Да, я влюбилась, ребята, молодцы. Вышиванка, руководитель просто превзошел самого себя. Я в восторге, браво руководитель. Особенно первое видео, первое произведение. Дуэт Грани и Дмитрий. Я играла эту сюиту Боллинга в нескольких ее интерпретациях, и я сама ее перекладывала для разных инструментов, так что я очень хорошо знаю этот материал. Вы отлично справились, дайте больше джазу, да? Swing, swing. Елена и Анна, инструментальный ансамбль, замечательная экспрессия, очень понравилась балалайка, очень понравилась, очень симпатичные девочки, хороший ансамбль. Интрада ансамбль, мне очень понравился. Прекрасная сработанность, отличная пианистка и виолончелистка. Скрипки я бы посоветовала немножко себе дать больше волю в джазе, послушать, может быть, больше джаза. Но так мне очень все понравилось. Отлично, прекрасное исполнение. Еще раз ансамбль «Вышиванка» вот у меня здесь в списке. Большой потенциал, браво руководителю. Опять-таки, YUG. Brass Band, не знаю, как вы читаете, это Юг Brass Band. В восторге от руководителя, монументальнейшая работа. Я знаю, тут с одним, с двумя детьми еле разберешься, а руководитель, дирижер, вдохновитель сделал просто невозможное, включая хореографию. Я не знаю, кто делал аранжировки, великолепные аранжировки. Дети молодцы, но
Больше всего мне понравился дирижер. Я абсолютно в восторге, потому что здесь вся работа исключительно на дирижере. Я еще раз поздравляю вас с этим участием. Я поздравляю вас с полученными дипломами. Продолжайте заниматься, продолжайте репетировать. И уже желаю вам удачи в этом новом нашем непростом мире.